Прощай, плохое качество. Телерадиокомпания ННТВ переходит на новый формат вещания. Сейчас идет активная работа по модернизации и замене студийного и аппаратного оборудования. Специалисты технической службы переоснащают студию новыми видеокамерами. Инженеры производят замену режиссерских и звуковых пультов, а также затачивают работу эфирной студии под формат современного телевещания. Совсем скоро мы будем показывать картинку 16:9, а в кабельных сетях вы увидите ННТВ высокой четкости в формате HD. Это настоящий прорыв для рынка нижегородского СМИ. На сегодняшний день ни одна телекомпания Нижегородской области не имеет возможности радовать своих телезрителей высококачественным изображением. Переоснащение началось 1 февраля, а уже на этой неделе планируется завершить первый и основной этап работ. Модернизация нового нижегородского телевидения происходит без прерывания вещания. Выпуски новостей будут выходить в эфир в полном объеме согласно программе передач. Ожидается, что увидеть эфир четкого ННТВ уже можно в период с 7 по 10 февраля. Однако обкатка нового оборудования продолжится до конца февраля. Мы просим телезрителей с пониманием отнестись к возможным незначительным сбоям в телеэфире, отсутствию информации о погоде, некорректному отображению времени и так далее. Также некорректно может работать плеер онлайн-вещания на сайте. Планируется, что окончательно пуск наладочной работы завершатся 28 февраля. Новое Нижегородское телевидение с новой картинкой совсем скоро.